Меня зовут Таня, я пенсионерка, потому что мне уже 70 лет. И у меня было две аварии. И вот после этого я поняла, что если я что-то не начну делать, а к йоге вообще относилась всегда очень хорошо, искала, и на мое счастье, год назад я нашла Олю, прекрасного тренера, после занятий которого вообще, вы знаете, как будто возрождаешься заново. По йоге. Да, конечно, по йоге тренер. То есть вот устал, сил нет, что-то болит. Думаешь, нет, не пойду. Потом, нет, вставай, иди, приходишь. Час занимаешься, ничего во время занятий не болит, как будто у тебя вообще нет никаких проблем ни с суставами, ни с чем. Выходишь после занятий, у тебя все, вот грудь свободная, спина, ты весь, ну, как птица, хочется взлететь. Так что огромное большое спасибо Оле. Просто я говорю, счастье, что мы с ней живем в одном городе, и я могу заниматься, тем более в таком прекрасном месте, при таком воздухе, такой атмосфере. Приходите все к нам, все, кто хочет быть здоровым, все, кто хочет забыть о своей болячке, все, кто хочет восстановить силы после тяжелой недели, после тяжелого дня.